От Москвы до Мирного за 46 дней. Путешественник Игорь Слесков из Подмосковья автостопом добрался до столицы Алмазного края. На встрече в районной администрации он рассказал о том, где уже успел побывать в свои 19 и куда он поедет далее из Мирного. Тему продолжит Валерий Усманов. Русский север и Кавказские горы, Алтай и Забайкалье, Хакасия и Приморье. В свои 19 он автостопом исколесил всю Россию, от родных Мытищ до Владивостока. Во время своих путешествий Игорь знакомится с народными умельцами, отшельниками и другими интересными людьми. Вот с человеком, который вот вместе с ним эту игрушку выжигали, там рыбка. Дальше. Это в монгольской юрте. То есть познакомился с человеком, который занимается вот этим всем. Он говорит: Игорек, оставайся у меня, будешь жить в юрте дальше. Вот это юрта. Также побывал еще на острове Ольхон. Игорь учится в машиностроительном колледже, подрабатывает сборкой офисной мебели. Впервые отправился путешествовать автостопом в 16 лет, чтобы лучше познать себя и окружающий мир. Но такой формат путешествий понятен далеко не каждому. Я думаю, что в путешествие стоит отправляться в любом возрасте. Самая главная цель этого путешествия. Это путешествие должно быть каким-то осознанным, и у него должна быть действительно цель. Определенная. Это может быть цель познания мира, это может быть цель познания себя до какой-то степени, а может быть это будет просто цель отдыха какой-либо. Дорога в Якутию заняла 46 дней. Из Подмосковья в Братск, а дальше Усть-Кут, Киренск, сплав в одиночку 680 километров по реке Лени. Без экстрима не обошлось. Впечатления огромные, то есть они глобальные. Поднимались в Усть-Куте на скалу мира, прочитал лекцию в Усть-Куте. В Ленске посетили, уровень воды посмотрели, познакомились с администрацией района. То есть везде очень хорошо меня встретили. Впечатлений очень много. Ну вот сейчас в городе Мирный находимся, да? Опять же, только приехал в город Мирный, я попал на стрит-рейсинг. На машинах гоняли по грязи, то есть устраивали всякие гонки. После Мирного Игорь посетит Ленские столбы. Финалом путешествия станет Колымская трасса и Магадан. Оттуда домой, уже на самолете. Планы на следующий год – Чукотка, Сахалин и Камчатка. За границу Игорь не стремится. Советует всем больше путешествовать по России. Ведь каждый уголок нашей страны по-своему красив и уникален. Валерий Усманов, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».